Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Кунай. Так, дай-ка я гляну по карте, куда нам нужно с вами двигаться. В принципе, можно сходить наверх, потом влево. Слушай, нет, мы пойдем, наверное, с вами в погибший город, потому что шеф нас звал именно к себе. Здесь мы в данный момент все сделали. Так, ну что, сохранялись мы уже. Так что здесь нужно быть аккуратнее, чтобы нас не раздавило в очередной раз. А я ведь могу чудануть, вы сами знаете. Так, ну давай, давай, давай. Опа, побежали. Так, ну, тихо ты. Отвянь от меня, упырь. Ага. Слушай, ну с этими автоматами я себя чувствую просто превосходно. Просто превосходно. Мне теперь никто не указ так тихонько, потому что здесь могут тебя раздавить, как букашку. Даже не посмотрят, кто ты такой. И то, что... Слушай, ну мы вот с вами, да, зовемся Таби. А почему игра-то называется Кунай? Так, тихо. Получил олух. Подожди, он, по-моему, исчез, ага. Да елки ты палки, друзья, у меня мало здоровья, мне бы выжить. Так, здесь нужно открыть. Да ё-моё, я все время забываю, что это открывается с помощью сюрикенов, а не с помощью автоматов. Так. Божественные, конечно, пушки у меня. Так, но не забывайте, что очень мало здоровья. Нельзя фейлиться по пустякам. Так, по-моему, сюда на... Да, вот, ребята, у нас выход. И мы с вами, естественно, сейчас должны попасть в город. В забытый, да? А, погибший, погибший. Погибший, конечно же, забытый город. Так, ну что, родные мои, давайте поговорим на вашем языке. Вы же любили применять свои пушки. Теперь пушка есть у меня. Так, ну, орлик получил. Так, что у нас тут? Забытая подземка. Так, забытая подземка. Да, именно, кстати, туда нам и нужно. Потому что в подземке все наши друзья. Опа, 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 тихо. Родной, не надо буянить. Сейчас бы отхватил бы от него. Вот это я понимаю. Медленные, несуразные зомби. Так, бочки тоже нужно подбивать, потому что в них могут лежать монетки. А монетки, вы сами прекрасно понимаете, мне очень сильно нужны. Ну что ты там, что ты там? Захрюкал мне. Так, давай-ка, нахрапом. Не щадить никого. Что-то мы все с вами все ниже, ниже и ниже. Опа. Ладно, друзья мои, давай. Ну, все, мы уже практически на выходе, да? Так, тихо, камикадзе. Слушай, а ты заметил, что я в него выстрелил? Он не подбился, он все равно стал активироваться. Надо будет это на будущее запомнить. Так, ну что, все, последний коридор? Нет, что-то мы все ходим, ходим с вами и никак не можем дойти до этой подземки. Так, здесь нужно открыть. Темень-то какая сплошная, да? Угу, а вроде бы добрались. Так, я слышу где-то Wi-Fi здесь. У нас шуршит недалеко. Так, тихо. Тихо, тихо, не надо тут летучкам всяким летать. Ага, Wi-Fi у нас наверху. Первым делом, я думаю, нам нужно дойти до шефа, поговорить с ним. Потом уже, наверное, и сохранимся. Так, ну где? Где шеф? Он, по-моему, в конце этого коридора живет железоборот. Он кузнец, живет здесь с незапамятных времен. Он любит ворчать, но это, наверное, потому что его кузница не работает. Ага. Железоборот. Учтите. Так, друзья мои, а где же у нас шеф-то наш? Я что-то не могу вспомнить. Так, давай-ка мы, наверное, что-нибудь с вами выучим. У нас, слава богу, монетки есть. Так. Большой магазин. Картечь. Давай-ка, наверное, мы посмотрим. Больше пуль, больше удовольствия. Магазин вмещает больше патронов, а значит, можно стрелять дольше одной очередью. Так, это мне нужно в обязательном порядочке. Так, 400 монет. Автоматы — мощное оружие, но попадать из них по удаленным целям непросто. С этим улучшением прицел поправится. Будете стрелять как профи. Да, 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 да. Это тоже мне пригодится. Хм. Ну, а на картечь меня не хватит. Так, мы будем стрелять несколькими пулями за один выстрел. Да, хотелось бы, конечно, но
сами понимаете. Монетки достаются здесь очень тяжело. Так, подожди-ка, подожди-ка, я их не могу, да, подбить? А если вот так? Что вы делаете? С ума спятили? Взял заключенных, уничтожил. Подопытных. Ладно, мне нужен шеф, как ни крути. А, вот он стоит где. Вы ведь слышали про то, что нам нужно энергоядро, чтобы запитать механоида? Ну да, в принципе. В последнее время из города начали исходить серьезные энерговсплески. Вы, может быть, знаете, что туннель к городу к западу отсюда рухнул? Ходят слухи об оружии, которое может двигать горы. Но, по иронии судьбы, оно где-то в горах. Туда можно добраться только через шахты. Я уже послал кучу ботов, но связь с ними пропала. Вы моя главная надежда. Не пуха, Таби. Ага, я понял. Чертовы нетопыри. Знал бы я, что они тут будут, и я бы не пришел. Хм. Чертовы нетопыри, говоришь? Друзья, вот эти вот камни частенько мне встречаются, и я не могу пройти. В общем, в любом случае, мне нужно какое-то оружие, которое может двигать горы. А? Подумываешь прогуляться в шахты? Мне там совсем не нравится. Слишком влажно. И это я как водостойкая модель говорю. Водостойкая модель. Ну, я думаю, что я не против буду, да? Так, не топырь, иди отсюда. Давайте, друзья, глянем, что нас тут будет ожидать. Ну, так, это мы с вами идем в шахт. В шахты, это что такое у нас тут стоит? Хм. Погоди-ка. А что я должен... А, поболтать. Ваши датчики начинают покалывать. Исключитель. Не понял, это что, босс у нас, что ли? Так, а что он пятится? Что он делает? Опа. Понял. А вот этого я не ожидал, что он может вернуться обратно. Ладно, друзья мои. Да, ну хорош, как я от такой груды пуль увернуться-то смогу? Так, он еще и снаряды в меня запускает. Оу. Слушай, что-то какой-то жесткий исключитель. Блин, мне нужно понять тактику. Как его бомбить? Так, понятно. От пуль просто не избежать. Ну, никак. Плюс снаряды. Плюс его вот этот рывок. Ага, хорошо. С рывком я разобрался. Как можно разобраться, да? Так, вот от пуль такая груда. Ну, тут, конечно, жестко. Так, от снарядов мы вот так вот с вами повисим. Ага, повисели. Все равно задевает. Да ну, какой-то он... Я захотел на нем постоять, но не вышло. Друзья, я не знаю, как его бомбить. Но в любом случае я буду искать тактику. По-моему, сейчас мне хана придет. Я буду искать тактику. Я даже, по-моему, не нанес ему вообще ни одного урона. Как я могу понимать, патроны его не берут. Они просто отскакивают, а он меня ушатал. Ладно, давай еще разок. Ну что, здорово, исключитель. Давай потанцуем, что ли, на этот раз. Только будем играть уже по моим правилам. Ну, что-то он рывок свой не делает. Хорошо. Ага, можно и так перепрыгнуть через него. Будем знать. Ой-ой-ой, вот с этим я не знаю, как, ребята, бороться. А вот эти штуки мы попробуем, да. Они отбиваются. Я так и знал. Да на, получи ты. В общем, короче, дожидаемся того момента, когда он будет применять ракеты. Ракеты отправляем обратно в него. Он получает урон, и мы, соответственно, можем его... Ой-ой-ой. Бомбить. Так, давай. Так. И это нужно делать все катаной. То есть патронами бесполезно по нему бомбить, когда он в отключке. Ясно. Ну что, давай. Понял, как делается? Мастерски я могу отбивать, друзья мои, патроны. Ну, сколько в него еще нужно, а? Бомбашек. Опс. Вот здесь вот я немножко лопухнулся, конечно. Да, ничего не скажешь. Так, погнали. Ай, было больно. Да сколько тебе? Все, друзья. Слушай, ну, исключитель на самом деле очень легкий, оказывается. Я думал, будет сложнее все. Ну, все. Мы с вами проходим дальше.
Надеюсь, тут все будет... Так, не топырь, да? Я вижу. Стоял там наверху. Так, а что нам здесь достанется? Опачки. Новая шляпа у нас. Какая-то, ребята, микроволновка, ё-моё. Голова микроволновка. Ну что же. Мы с вами попадаем в новую локацию. Что-то до боли знакомо это. Локация мне. Так, смотри-ка, здесь кто-то стоит даже. Мой дедушка с этими автоматами обращался просто волшебно. И я как-то видел, как он летел с крыши на крышу, стреляя вниз. Я по нему скучаю. Отличный был дед. Ага, ты хочешь сказать, что мы можем перелетать? Ты мне намекнул, да? А ну-ка. Вау, точно. Что-то типа того, рычаг у нас здесь. И зачем это надо было? Странно. Я нажал рычаг, и лава разместилась везде. Так, подожди-ка секунду. Мне ведь нужно наверх, верно? Так, паренек, ну-ка. Блин, не то я сделал. Мне нужно стрелять под себя, а не наверх. Опа, круто. Криптошахта, я же говорю, что-то знакомое. Ха, мы с вами уже были здесь, только с другой стороны. Что случилось? Таби, вход тыч обвалился. Связь плохая. Тапчби. Когда доберетесь бз стороны, я смогу бз выйти на связь. Я точно знаю, что бз это путь к бз горам. Угу. Этот путь к горам. Так, погоди-ка, здесь я не смогу пройти. Так, смотри-ка. Опять не топы. Везде стоят мои друзья. Довольно высоко, а? Тут есть камни с трещинами. С вашим кунай по ним можно скакать. Но осторожно, они выглядят ненадежными. Так, спасибо за подсказку. Так, берем. Ага, я, кажется, вижу. Вот. Так, это мне нужно что, получается? Просто цепляться, да? Да ё-моё, ну, они действуют. Они вообще только зацепился и сразу исчезают. Подожди, а как мне быть? Блин, хорошо, что хоть появляются обратно. Все, мне этого хватило. Так, смотрите-ка, новый вид монстрика. Это кто такой? Что ты делаешь, парень? Ой-ой-ой. А он успокоится вообще? Ага, тихо ты. Что-то я не могу понять. А, он когда вот это вот крутит, друзья, он неуязвим. Понял я его. Все, мне стало ясно. Так, сохранялка, это то, что мне нужно на данный момент. Здесь давненько этого не было. Так, я сохранился и зарядился. Ну, тут вниз, это понятное дело. Так, еще один такой же, да? Еще один такой же. Слушай, вот смотри, он когда вот машет своими кирками, да, он получается неуязвим. Блин, так и хочется, знаете, как во многих играх пригнуться и стрелять по нему. Но здесь такой фокус не прокатывает, к сожалению. Да чтоб тебя, а, достал он. Так, внизу еще один. Так, тихо-тихо. Ага, я и катаной не могу его подбить, когда он крутит своими этими кирками. Только останавливается, все, он становится уязвимым. Так, ну с этими орлами мы уже вроде виделись, да? Они легкие, они были там у нас, в городе призраков. Так, что там ходит? Это что такое? О-о-о-о! Фига, парнишка, у тебя тесак. Что мне с тобой делать? А как мне его пробить? Ага, все-таки можно. Так, не топырь, иди отсюда. Прилетел как-то не вовремя ты. Я его ушатал? Хм, нормуль. Здоровый, как говорится, да, но ватный. Так, а здесь нам нужно перескакивать. Упс, сейчас бы упал бы. Ха. Так, не топырь. Как вы меня достали, а? Блин, иди сюда. Так, ну что, тут наверх, понятное дело. Не в лаву же скакать нам. Оба, 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 это кто такой? Тихо. Друзья, ему пофиг. Ему пофиг, короче, на мои патроны, но зато
Именно катана его хорошо разбирает. Так, здесь нужно перепрыгивать. Так, тихо. Тут еще, смотри, как что? Какие-то уголечки прыгают. Надеюсь... А, они наносят урон. Да ну. Да блин, ты будешь в штабе перепрыгивать или нет? Вот. Опять этот хламон. Но это вата. Это, друзья мои, вата. Вот так вот. Разбирается с полпика, тем более с моих пушек. Значит, нам можно наверх и вот сюда. Нетопырь стоит. Стоял. Слушай, там внизу кто-то бродит. Нам наверх. Что тут, что там. Давай-ка, наверное, проверим здесь для начала. Пока все хорошо, все тихо. Так, подожди, мне нужно подняться повыше. Опять это, да? Это, друзья мои, какие-то... Ну, если это шахты, то, понятное дело, это какой-то у нас... Как его звать-то? Шахтер. Да, это робот-шахтер, который тут пробивает ходы. Так, смотрите, видите, да? Спрятался он там. Вот что у него в руках за пушка, мне непонятно. Какой-то огнемет, что ли? И сам по форме он мне напоминает бур. Так, мы можем выше, да, поднять? Подожди-ка, выше. Ха. А там лава. А, мне не зацепиться. А наверх можно попасть. Там еще два прохода у нас. И влево, и вправо будет. Как нам быть? А если я, например... Ага, не получается, да? А отсюда я смогу? Да ё-моё, ну таби, ну. Вот отсюда смогу перепрыгнуть? Да, смог. Так, ну, тихо. Блин. Здоровья-то мало. Там наверху есть куда зацепиться. Отлично. Опять шахтер тут у нас. Спрятался. У меня здоровье моргает. Блин, мне бы какую-нибудь сохраняшечку, а, друзья. Хм. Так, а здесь нужно все быстро сделать. Посмотри внимательно. Наверху опять эти камушки, но они очень быстро исчезают. Опа, я успел. Профи, что скажешь? Так, а здесь у нас камни. То есть я туда пройти... Да ё-моё, не топырь, вали. Мне тебя тут как раз не хватало с моим крошечным здоровьем. Слушай, друзья, в любом случае я туда пройти не смогу. Там камни. То есть что получается, что это тупик. Для меня здесь тупик. Ну да. Хм. Хотя проход должен быть. Как вариант, можно здесь вниз спуститься, посмотреть. Дайте мне, пожалуйста, сохраняшку, а. Дайте сохраняшку, я вас прошу. Не психуй. Тоже, кстати, чувак какой-то такой с буровыми, да? Руками. У него руки как дрели. Так, что у нас внизу? О, сохраняшечка, друзья мои. Вот это хорошо. Я уже спокоен. Так, ну что, давай посмотрим, что у нас тут. Так, внизу опять шахтер. Там шахтер, везде шахтеры. Что-то их тут слишком много. Ну тут, в принципе, это комната беспонтовая. Нам надо наверх идти. Упс. Так, не топырь, он там опять же спрятался. Таби в гневе. Так, одного ушатали. Не топыря убрали с пути. Так, а как этого? Ать! Это было плохо. Да блин, да что ж ты. Таби, давай. Давай не дурачься. Еще не хватало здесь отдуплиться. А ведь я могу. Вот из принципа сейчас вот буду его тут доколупывать, да? Упал. Упал я. Ему повезло, или повезло мне. Не надо тут лютовать. Слушай, очень много шахтеров. Так, секунду. Секунду. Я хочу посмотреть, что здесь. Не упасть бы в эту лаву. Накаркал, блин. Так, секунду. Сейчас угомонится этот парень. Все. Так. Блин, это рискованно. Но мне туда надо. Хм. Ладно, друзья, если что, у меня там сохранение недалеко, да? Опа. Имба. Пролетел просто на одном дыхании. Так, здесь у нас не топырь. И тоже чувак с руками, как говорится, дрелями. Иди отсюда. Не нервируй меня, муля. Так, вот тут нужно потихонечку спускаться, потому что фиг знает, что там внизу нас поджидает. Может, лава какая-нибудь, да? Нет, тут обычный шахтер. Он даже ящик не может пробить с собой.
Такой слабенький. Хе. Ну что ж, родной, тебе не повезло. Да что ты пипикаешь-то? Ты отдупляйся давай, пипикает он мне. Так, секунду. Опять прыжки, что ли? Не, пойдем-ка мы, наверное, вот сюда сходим. Так, я вижу. Спрятался, да? Типа его не видно. Успокойся. Все, получил свое. Ага, здесь тоже надо прыгать. Но здесь еще, смотрите, друзья мои, кусочки лавы вылетают, и они наносят урон. Так что надо быть аккуратным. Опа, Эрл. Похоже, они решили не строить здесь лагерь сопротивления. Ну, естественно, кто здесь будет его делать? А Эрлу и не подумали сказать. А я все равно настрою здесь Wi-Fi. Хотя бы пару роликов для настроения посмотрю. Это, кстати, ты правильно, и мне заодно поможешь. Так, друзья, у нас 268 монет, что я могу? А я ничего не могу. Мне ни на что не хватает. Минималка здесь 299 монеточек. Так что, Эрл, это, конечно, хорошо, что Wi-Fi здесь, но он мне сейчас в данный момент не пригодился. Так, этот опять здесь появился, да? Халабуда мелкий. Ну, хорош уже тут буянить. Пим-пим. Пим-пим. Сейчас, друзья мои, сколько я в него? Три раза уже, да, выстрелил? 4, 5, 6 раз нужно выстрелить из автоматов, чтобы он отдуплился. Ну что, рисковать, наверное, нам придется все-таки. Хотим мы этого или нет, но нам нужно посмотреть, что здесь находится. Так, я вижу не топыря. Присосался. Тихо ты! Угу. Так, спрятался, да? Спрятался. Пью. Он, кстати, ребята, какой-то... Тихо. У него такое ощущение, знаешь, как будто огнемет какой-то. Так, этот псих тут опять начинает, да? Воду мутить. Готов. Ну что же, у нас все выше и выше и выше идет дорожка, да? Че я вообще здесь должен найти, а? Друзья мои. Помнит кто-нибудь? Шеф меня отправил, по-моему... Найти найти оружие, которое двигает горы. Точно, я вспомнил. Которое двигает... Тихо! Присосался ко мне. Значит, здесь, по идее, должен быть босс. Так, тут как-то мне не нравится. Ага, потом можно будет пойти вправо. Так, искусственная пустыня. То есть, я так понимаю, это у нас соединяться будет, да? Вот этот вот... Выход... О, тихо-тихо-тихо. Вот этот вот выход, по-моему, он соединяется. А может быть и нет. Так, нам нужно... Так, ползти наверх, естественно. Упс, нормуль. Так, опять этот чувак. Нет-нет-нет-нет-нет. Таби, ты что делаешь? Ты что? Трындец полный, короче. Так, родной мой, давай-ка мы что-нибудь с тобой выучим. Так, сюрикен... Ага, картечь, да, у нас. Атака бросок. Слушай, я, наверное, все-таки выучу картечь. Так, зарядите оружие картечью и стреляйте несколькими пулями за один выстрел. Круто же, согласитесь, конечно, круто. Я надеюсь, это будет мне как-то помогать в дальнейшем. Ну что, друзья мои, все-таки не зря тут у нас был Эрл. Так, а теперь я пойду туда, где мы с вами шпиндякнулись. Опять этот ханорик. Слушай, ну ведь должны же стрелять вроде картечью. Где картечь? Эть! Сейчас, по-моему, я даже не дойду до той точки. Блин, такая охота пригнуться и выстрелить. Но нету, нету здесь такого, ребят. Если начинаю нажимать вниз, он просто садится. Стреляет он чисто по прямой. Без какого-либо там наклона. Вот из принципа он меня доводит, да, просто-напросто? Тихо-тихо-тихо. Так, куда нам надо? По-моему, наверх, да? Да, нам надо быть наверх, все выше, выше и выше. Успокойся. Просто я почему хочу их подбивать, друзья? За них дают очень много монет. Монетки мне нужны, вы сами понимаете. У нас очень много чего не прокачано. И как бы каждую монеточку я очень берегу и ценю. Поэтому халявных монстров, ну, как бы, выпускать не особо хочу. Тем более вот таких вот тупоголовых, которые чисто уперлись в стену, да, и бомбят. Так,
Ага, здесь нам надо будет сейчас пробежать. Точнее, пролететь на наших веревках. Потому что там у нас лава. И наверху как раз нас будет поджидать с вами амбал. Ага, вот здесь я лопухнулся, конечно. Короче, если ты к нему подходишь достаточно близко сзади, твою ж налево, он тебя обнаруживает и начинает вот крутить этой фигней. И самое обидное, что я не могу сбить ему вот эту вот ерунду, никак. Ну что, правильно я иду? Так, секунду, не туда я пошел маленечко. Не туда. Мы хоть... Так, здесь, по-моему, лава. Ага. Здесь лава. Вот здесь мы с вами, да, шпиндякнулись в прошлый раз. Так что давайте мы заберемся туда, наверх. Я просто испугался вот этого амбала. Начал тут дергаться. Подожди-ка, ага, как мне его пробить? Он укрывается. В тот раз почему-то у меня получилось. А ну-ка. Блин, опасно. Прикинь, он... Он блокирует. Ха. Ой, тихо. Нифига он маханул своим тесом. Понял, сохранимся тогда. Кстати, здесь у нас стоит корешок. Надо бы с ним потрещать. Может, что хорошее скажет. Дальше лежит загадочное святилище. Ну, я не пойду. Зачем вам туда идти? Сюрикен ведь уже у вас. Ага. Ты понял, да? Тебе тупо намекнули, парень. Зачем тебе возвращаться в ту локу, откуда ты притащил сюрикены? В принципе, он прав. Зачем мне туда идти? Но, тем не менее, я хотя бы приоткрыл карту. Как мне этого говнюка завалить? Я могу его бить со спины, но, понимаешь, он ко мне не поворачивается спиной. Если он тебя обнаружил, он идет чисто на тебя, нахрапом. Так что, ребят, это смерти подобно с ним там драться. Ну что же, теперь я пойду туда, куда не дошел, да? А точнее, наверх. Тихо! Оу! Так, подожди, чуть не упал. Ты заметил такую фишку, что где он приземляется, он сразу под землю заныривает? Олух-то этот. Шахтер. Так, ну, погнали. Тихо, Таби. Опять этот громозека. А ну-ка. Смотри, а вот здесь вот... Понятно, мне кажется, я думал, что это, надо ему бить чисто в монитор, в его фейс. Может быть, так оно и есть. Так, что нам? Надо подниматься наверх, да? Нам нужно подниматься с вами наверх. Отлично. Так, монетки уже 36 штук. Смотри-ка, как интересно, лава наверху. Опа-на. Туда мне не подняться, друзья. Лава наверху, и главное, каплями капает. Да успокойся ты. Как ты меня достал, а, злоед? Так и хочет, чтобы его наказали, ладно? Ладно. Сделаем ему подарок судьбы. Ну давай глянем, что у нас тут наверху. Да елки-палки, Таби, давай вот. Иногда он хорошо цепляется, а иногда просто начинает дурачиться. Так, здесь у нас со всех сторон эти летят уголечки. Тихо. Все время боюсь упасть куда-нибудь. Смотри, здесь опять лава по стене. Угу. Кто-то шоркается, да? Так, значит, нам нужно наверх здесь. Опа, не понял юмора. Да что ж такое? Ну, готов, хламон. Ага, вот он. Этот громозека ходит здесь. Тихо, Таби, не надо дурачиться. Блин, я не знаю. Смотри, вот сейчас вот я по нему попадаю, хотя он прикрывается. В чем прикол? Не пойму, друзья, я не пойму, в чем прикол. Он прикрывается опять же своим... О, сохраночка. Он прикрывается опять же своим тесаком, но я его могу пробить. А в прошлые разы у меня этого не получалось. Странно очень. Ну что, по идее нам нужно идти в левую сторону. Тут, по-моему... Да, я тут все проверил. Да, елки-палки, Таби. Давай перепрыгивай уже. Тут мы уже с тобой все разведали. Делать нам здесь с тобой нечего. Так, интересно. Опа, понял. Я понял ваши приколы.
Секунду, а как я... Опа, а вот это попадос. Друзья мои, а вот это попадос. Мне нужно идти наверх, но я туда не могу пробраться. Ха. Здоровски просто. Неужели мне придется возвращаться? Тьфу, а у меня другого варианта нету. И нафиг я сюда шел? Вот скажите мне, пожалуйста, на милость. Если я... Погоди-ка, может быть, мы вот так вот... Секунду, секунду, подожди. Сейчас я попробую, знаешь что? Залететь туда. Это, конечно, глупость полнейшая, но... Да ё-моё. А вдруг прокатит? Так, раскачаемся посильнее. Так. Опа. По-моему, можно, да, друзья мои? Но это я не знаю, как надо сделать. Твою ж налево, почти получилось. Так. Там зацепился. Фух. Слушай, прикинь, вот это да. Вот это я прыгун. Наверное, многие бы не догадались, что так можно будет сделать. А у меня, видишь, получилось. Так, секунду, здесь что у нас? Все выше, выше и выше. Угу. Так, я запрыгну, как думаешь? Нет. Наверное, вот с помощью... Ай, не туда я бросил. Тихонько, подожди. Ух, имба. Так, погнали дальше. Да ё-моё. Да что? Здоровья, у меня очень мало, друзья мои, здоровья. Вообще практически на один плевок. Мне кажется, что я тут сфейлюсь. Я, конечно, постараюсь как-нибудь аккуратненько все это здесь замутить. Самое интересное, что я даже не знаю, нужно ли мне туда вообще идти. Потому что, ну уж как-то все это подозрительно. Блин. В общем, с каждым разом игра становится все сложнее и сложнее. Вот поверьте мне, друзья. Да ё-моё, ну давай еще упадем там, отдуплимся с тобой. Блин, на самое начало упал. Просто вот эта фигня, она очень быстро, понимаешь? Я вот только цепляюсь, и она сразу исчезает. Тут надо вот так вот с раскачки. Так, здоровья очень мало, друзья. Я не буду здесь, наверное, рисковать. Ты, чтоб тебя, а? Ну, давай. Поднимайся, отлично. Так, друзья, нам этого ханорика нужно забомбить, чтобы он нам не мешал. Потом будем перепрыгивать просто через эту лаву. Отлично, все получилось. Так, сейчас, секунду. Фух. Нормуль. Дальше что? Блин, опять раскачка, что ли? Опять раскачка у нас. Угу, по-другому у меня не получится, да, туда попасть. А, нет, все отлично, все хорошо. Так, громозека этот. Этот здоровый громозека. Слушай, ну с ним шутить тоже не стоит. Вот, вот, отворачивайся спиной лучше. Не хочет. Не хочет. Ну, так и будет стоять, да, по ходу дела? Да куда ж тебе... Вот, я вам говорил в тот раз, да? Ой-ой-ой-ой, опа, что это сейчас получилось такое? Это он меня закинул сюда или что? Я так и не понял. Но я как-то удачно сюда попал. Надеюсь, что удачно, и надеюсь, это нужное для меня место. Так, теперь вниз, потом опять наверх. Что тут намудрили они? Чересчур. Я вижу лава. Везде лава, везде капельки падают. Так, я пробежал, слава богу, удачно. Так, опять этот обалдуй здесь. Так, там кто-то ползет. Я вижу, ползет. Ползет букашка. Интересно, она подбивается? Да, друзья, она подбивается. Причем довольно легко. Так, успокойся. Вот жалко, я не могу, знаешь, что делать? Держаться за стену и одновременно стрелять. Вот это было бы круто, на самом деле. Нет, мне вот приходится вот так вот перепрыгивать и только здесь уже добивать их. Ладно, так. Там, по-моему, наверх можно, да? А наверх мне... Подожди, нет. Я хотел сказать, а наверх мне и нужно. Но нет, я ошибся. А вот здесь, походу, да, наверх. Тут опять эти камни, которых мне не пробить вообще никаким видом оружия. Я не знаю, что мне для этого понадобится вообще.
Слушай-ка, я, по-моему, куда-то нашел выход, судя по всему. А куда? Дзен-горы. Ага, а здесь я, кстати, не был, друзья мои. Шеф звонит. Вы добрались? Итак, где-то высоко в горах живет старый мастер. Он знает об оружии, которое может двигать горы. То, что нужно, чтобы разобраться с парой камней, верно? По идее, да. Опа, а вот, друзья, и сохраночка. Ну что же, дорогие мои, наверное, на этой ноте я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачки вам!